Ребята, не пропустите в этом видео конкурс на новую капсулу LOL Hair Goals! Анжелка, не думал, что тебе так идет красный цвет? Эй, Панки, насколько я помню, ты начал с Марией встречаться. Ну, ты же от этого не перестала быть красивой. Так, что за разговорчики в строю? Тишина на уроке. На первый, второй раз считай. Первый. Второй. Первый. Второй. Первый. Второй. Так, что-то я не поняла. А где же Вероничка? Она что, не придет сегодня? Марина Леонидовна, Вероничка мне позвонила, сказала, что опоздает. Это еще почему? Ну, она сказала, что проспала сегодня. Да она просто обнаглела, выспаться сегодня решила. Ну, все понятно. Думает, раз физкультура первым уроком, то можно и поспать. Я поставлю Веронике сегодня прогул. Начинаем пробежку без нее. Направо, равняйся, побежали. Анжелка, я за тобой. Этот Панки вечно за Анжелкой бежит. Эх, ну зачем нужна эта физкультура? Пошевеливайтесь, ребята, давайте уже просыпайтесь. О, Вероника, явилась, не запылилась. Похоже, Марина Леонидовна сегодня не в настроении. Извините, пожалуйста, я опоздала, можно встать в строй? Я проспала сегодня, у меня будильник не прозвенел. А ты заводи себе 3 будильника, физкультура – это самый важный предмет. Да, я знаю, но я обещаю, что такого больше не повторится. Если хочешь, занимайся, но я тебе уже пропуск поставила. Да что сегодня с ней такое? Подумаешь, опоздала немного. Итак, ребята, с нашего класса нужно выбрать 4 человека на городские соревнования. Всем участникам нужно будет бегать на время. Давайте сейчас все по очереди пробежим 100-метровку. А ты можешь не стараться, прогульщиц в команду не берут. Так это что, ты Марину Леонидовну настроила против меня? Ну что ты, и зачем мне это нужно? Итак, побежали по одному в порядке очереди. Анжела, как всегда, результат очень плохой. Неплохо, Панки. Отлично. Хороший результат. Шейп очень плохо. И я еще не бежала. Неплохо, Вероника. Только дисциплины не хватает. Итак, ребята, по результатам пробежки на короткую дистанцию в команду попадает Хирс, Панки, Скрибл и Алиса. А я почему не попадаю? Я тоже хорошо пробежала. Твой результат, Вероника, я не засчитываю. Тебя сегодня нет на уроке. То есть как это нет? Я здесь, и я бежала вместе со всеми. Тебе вообще-то пропуск поставили, ты забыла? Ну и что? Это несправедливо. Я тоже хочу в команду. Марина Леонидовна, возьмите меня тоже на соревнования. Твой результат такой же, как и у Алисы. Но Алиса, в отличие от тебя, никогда не опаздывает на физкультуру. А если я на следующем уроке пробегу лучше, чем Алиса? Вы меня возьмете? Я сомневаюсь, что ты улучшишь свои показатели за одну неделю. Команда уже набрана. Нет, ребята, вы это слышали? Она хочет попасть в команду вместо меня. Надо объяснить ей, что одноклассницы так не поступают. Девчонки, ну почему вы все время ссоритесь? Ты что, думаешь, я не знаю? Так и скажи, что хочешь попасть в команду, потому что Скрибл там. Да, я не хочу, чтобы Скрибл был в одной команде с тобой. Команда уже набрана. Я поеду на соревнования и буду со Скрибби там целый день. А ты и другие неудачники будут сидеть на уроках.
Девочки, давайте вместе будем бегать после уроков. Вероника, у меня и так хороший результат. Мне бегать совсем не обязательно. А меня все равно в команду не взяли. Зачем мне тогда заниматься? Но если мы улучшим свои показатели, то, может быть, нас возьмут в команду. Да мне вообще это не интересно. Я лучше на уроках посижу, чем на эти соревнования ехать. Как хотите, девочки, но я все равно буду тренироваться. У меня впереди еще целая неделя. Слушай, Алиса, почему вы с Вероникой стали все время ругаться? Мы же раньше так хорошо все вместе дружили. А потому что она постоянно пытается Скриблу понравиться, а меня это просто раздражает. А разве ты не пытаешься понравиться ему? В том-то и дело, она мне постоянно мешает. Все равно Скрибл выберет того, кого захочет. Шейп, ты это видела? Побежала вон, спортсменка. Она просто хочет в команду попасть. Команда уже набрана. Ну ничего, пусть побегает, ей полезно будет. Я все равно попаду в команду. Пусть мне придется тренироваться каждый день после уроков. Ой, привет, мальчики. Не ожидала вас здесь увидеть. Привет, Вероничка. Привет. Ты что, тренируешься? Да, мальчики. Я хочу на соревнованиях быть в хорошей форме, чтобы не подвести нашу команду. Какая Вероника, оказывается, целеустремленная. Да, ее в команду не взяли, а она все равно не сдается. Тренируется. А как ты думаешь, Скрибл, ее возьмут на соревнования? Я не знаю, но даже если не возьмут, все равно она молодец. Пирс, я так переживаю, что если я пробегу так же, как и в прошлый раз? Ну что ты, Вероника, ты столько тренировалась, даже не переживай, у тебя все получится. Ребята, завтра у нас соревнования и сегодня последняя тренировка. Давайте еще раз пробежим короткую дистанцию на время. Сегодня бегут только Панки, Скрибл, Фирс и Алиса. Марина Леонидовна, можно я тоже пробегу? Я тренировалась всю неделю. Ты что, правда тренировалась? Да, каждый день после школы я бегала везде, где только можно. Ну хорошо, будешь бежать последней. Спасибо вам большое. Итак, начинаем. Молодец, Панки. Отлично, Скрибл. Фирс, как всегда, просто замечательно. Алиса, в прошлый раз ты пробежала лучше. Тебе нужно было тренироваться, а ты расслабилась перед соревнованием. И еще Вероника очень хотела пробежать. Давайте дадим ей еще один шанс. Вот это да! Вероника, да ты пробежала сегодня лучше всех! Что, правда? Я так рада! Я так хотела улучшить свои показатели! Вероничка, молодец! Я знал, что у тебя получится! Ребята, Вероника оказалась очень целеустремленной! Такие люди нужны нашей команде! Мы обязательно возьмем Веронику на соревнования! Ой, спасибо вам большое! Я так хотела тоже принять участие! А вот Алиса на соревнования не поедет. Ее показатели стали только хуже. Это нечестно. Как же так? На соревнования должна была поехать я, а не Вероника. Ты представляешь, Вероника пробежала даже лучше, чем мы. Так это же хорошо. Теперь наша команда будет еще сильнее. Мальчики, раз мы с вами в одной команде, предлагаю сегодня после уроков позаниматься все вместе. Отличная идея. Спорим, я тебя обгоню. Ну попробуй, Панки. Если обгонишь, я не обижусь. Мы же все равно одна команда. Думаю, Панки, тебе придется сильно постараться. Девочки, давайте будем жаловаться. Мы тоже должны быть в команде. Лично я жаловаться не собираюсь. Я все равно хожу на физкультуру только лишь для того, чтобы одевать красивую спортивную форму.
Мне так нравится мой костюмчик. А я вообще не спортивная, но не всем же быть чемпионами. Эх, девочки, ну о чем мне с вами разговаривать? Да вы вообще ничего не понимаете в спорте. Ребята, а теперь мы хотим объявить для вас конкурс на LOL Hair Goals. А чтобы принять участие, нужно всего лишь подписаться на наш канал «Веселые игрушки» и на канал наших друзей «Каролина номер один», а также написать любой комментарий к этому видео и поставить лайк. Итоги конкурса смотрите через 2 недели на канале «Каролина номер один». Каролина определит победителя по случайному комментарию и отправит ему подарок прямо из Америки. А ссылочка на канал «Каролина номер один» в конце этого видео. Мы желаем всем удачи! До встречи, друзья!